5, 4, 3, 2, 1. We can fight the invasion. If I can't save us, I'm taking every last one of them with me. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Всем привет. Меня зовут Ведьмак. Продолжим сегодня играть в Prey от 2017 года. Мне тут в комментах написали, что игра-то оказывается не на движке от Dishonored 2, как я думал изначально, а на CryEngine. Что довольно странно, поскольку выглядит она идентично с Dishonored 2 с точки зрения технологий. Чё меня колбасит все время куда-то? И, ну, возможно, дело в стилистике. И в том, что над игрой работали одни и те же люди. Ну, по крайней мере, я различий, если честно, не особо замечаю. Ну ладно, это так. Мелочи. Никак особо не влияют ни на что. Ну что ж, мы с вами в неких сервисных туннелях под названием Сагитта. Тут, в общем-то, всякие коммуникации, водопроводы и прочие штуки на станции проходят. Ну и мы тут летаем заодно в невесомости, уничтожая по ходу пьесы всяких мудаков. Так что же мне делать с этой всей дичью? Тринь! Радиоактивная дрянь, давайте просто пролетим мимо. Больше пока ничего в голову не приходит с этими штуками. В общем, всю эту золотую штуку наплели здесь местные ткачи, так называемые существа, которых порождают мимики для создания своих колоний. Предназначение этих золотых нитей неизвестно, но вот они здесь висят, и непонятно, имеют ли они вообще какую-либо физическую структуру, то есть их можно вообще потрогать, или это какое-то психотропное явление, вообще непонятное, или может быть это... Вообще, что-то типа темной материи, которую нельзя ощутить. Только здесь она почему-то светится. Safety platform. Это на тот случай, если здесь гравитация включится, и я буду падать вниз. Такое себе утешение, прям скажем. Что у вас тут есть? О, смотрите, телефон. Забавно. Такая красная трубка проводная. Господи, их сейчас не встретишь, что уже нигде. Только в таксофонах, разве что в каких-нибудь. Таксофоны мало где сохранились. Ну да ладно. Так, куда я лечу? Я искал Джоша Далтона вообще. И за ним я именно сюда и полетел. Больше ни зачем. Я не помню, правда, зачем я его ищу. Давайте хоть задание глянем, потому что у меня слишком много заданий. Что-то в последнее время стало. Проект Black Box, да, там как какие-то квантовые штуки, короче. И там мы забрали вот этот лазер. И, возможно, заберем еще что-нибудь, какую-нибудь мегапуху. Радиации долбит. Турель. Я не могу, я не знаю, где он. Я вокруг него такое ощущение, что летаю все время. Но добраться до него физически вообще никак не получится. Хотя, если здесь... Ну, нет, здесь прохода нет никакого. Бред. Куда его унесло? Объясните мне. Пожалуйста, объясните мне. Да хватит мне шептать в уши. Хрень. Золотая стая. Ой. Ткач. Которого мы опять убить не сможем, да? Давайте почитаем про него что-нибудь. Инженер-оператор, спасибо, спасибо. Мне интересно. Ткач. Ты как убивать-то? Объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь.
Мне ее убивать-то нечем, вот в чем проблема-то. Нахер! Куда он делся? Ой. Он породил этих тварей, что ли? Или они сами откуда-то породились. Породнились, блин. Так, чем мне вас убивать? Скажите, пожалуйста. Батарейки у меня кончились на эту хрень. Патронов у меня нет. Не знаю. Ну, как-то убил. Ладно, патронов по-прежнему... Блин. Опять эта ебака электрическая меня бьет. Ага, смотрите, летит эта дрень. Но это все бесполезно, ясно. Ясно, понятно, короче, даже Джоша Далтона, походу, я не доберусь, потому что, ну, это... Слишком они какие-то конченые тут. Все. Колония всяких мракобесов. Не хочу с ними связываться даже. Боку, смотрите, они тянутся к радиации. Твари. Видимо, она для них является чем-то интересным. Чем-то полезным. Как у костерка греются у радиоактивных бочек. Ну а Джош Далтон, я хезе вообще где. Судя по всему, где-то в жопене. Ну, написано, что он здесь, типа. Так правильно, тут у него 20 метров, а где он именно? Вообще в душе непонятно. Может быть, в этой трубе? Вот в этой металлической или что это за труба, не знаю. Если в нее вообще физически можно как-то попасть. А, вот. Подожди, нет, это не в нее. Или в нее. Так я в нее только что был. Его и здесь нет. Вот что проблема, блин. 13 метров, я до него достать не могу. Это же отстой. Бесполезно, я не знаю, где он. Так, чисто сейчас для интереса прошвырнусь по локации. Отсек для шаттла. Потрясающе. Блин, какие гигантские расстояния. Фипец. Но толку вообще никакого нет. Сортировка грузов. Потрясающе. Так, тут можно вызвать какого-то оператора. Только зачем? Не вижу большого смысла. Сортировка грузов. Здравствуйте. Функции. Включить систему обработки Сагитта. В случае поломки требуется ручной перезапуск. Включить систему сортировки грузов. Что-то я не уверен, что я хочу это делать. Так, Эдвард, я занял позицию в грузовом отсеке. Как только я запущу здесь программу сортировки грузов, у нас будет совсем немного времени, чтобы активировать ее в Сагитте с твоей стороны. Поможет возобновить транспортировку грузов. Спасибо за помощь. Что-то странно. Сгоревшая плата. Нужна ли мне эта сортировка грузов? Вот в чем вопрос. That is the question. Мне нужны патроны, а не сортировка грузов, на самом деле. Это факт. Система обработки.
Нужна активация в грузовом отсеке. А, время у меня ограничено, да? Это где? Подожди. Задачи. Я не знаю, нахера я это делаю, но... Грузовой отсек. Как туда попасть-то вообще, блядь? Непонятно. Игра решила мне не показывать нихера. Но я где-то когда пролетал, там видел грузовой отсек. Отсек для шаттла я видел. А, вон, запустить обработку. 7 минут. Карго бей. Так, блин. Нафига я это делаю? Я не знаю, но просто делаю. Просто. Запустите обработку. Прямо немедленно запустите. Просто какую-то хрень нашел, сейчас запущу. Может быть, если успею. Потому что я уже пролетал несколько минут тупую. Потратил. Потрачено. Да, по-прежнему. Так, и чё? Куда мне здесь двигаться? Ага, в том направлении. Хер его знает. Только как? Тут явно не в том направлении труба идет. Бам! Гравитации тут нема. Но, скорее всего, дофига каких-нибудь мудаков, да? У меня такое ощущение, что этот шлюз вообще, в принципе, открываться не умеет. Чё тут? Запустить обработку. Ага. Ну класс. Что делать? Как туда попасть? Какой-то проем. Трибальдая гравитация. Трибальдая. Тут, наверное, какие-нибудь твари будут, да? Функции. Тихо. Я то делаю, что надо, или нет? Да, ебеби, не знаю, зачем я это сделал. Ну, система работает. Сканируй, тварь! Она мне. Патронов 2. Блюдок. Мне нужны патроны, суки. Вы это понимаете, нет? Я хожу уже 5-й год по этой станции. Мне нужно где-то запилить себе патроны. Тут ни хераш нету. У меня сейчас все закончится, банально, ничего не останется. А это куда? А? Куда это? Жизнеобеспечение. Не, не надо мне жизнеобеспечение. Я не знаю, что там делать. Дверь без привода. Заперта. Ручное управление отключено. Весьма хреново тут у вас. Все работает. Точнее, не работает. Все повыключено. Ишимура какой-то, блин. Только он нелинейный, Ишимура. Ходи куда хочешь, делай, что хочешь. Только ты ни хрена не сделаешь, потому что ты ничего не понимаешь здесь. Тебе не Айзек Кларк, которому все говорят, что делать, куда идти. Да? У меня нет кода, но я пытаюсь взломать. Изи. Полезная штука.
Что за звук? Я не знаю, что это был за звук. Безмерно благодарен тебе за то, что рискуешь ради меня, ради всех добровольцев, которых отняли право голоса. Мое сердце разрывается при мысли о том, что ты сидишь в этом грузовом контейнере, который мчится к земле. Хотя Уилл говорит, что там безопасно, у тебя полно еды. Я знаю, что доказательства на этой флешке не исправят случившееся, но раскрыв правду, мы сумеем не дать этому повториться. Спасибо, друг мой, но я вынужден тебя огорчить. Он, по ходу дела, никуда не полетел. Ты умер здесь от голода, что ли? Да, печальная смерть. Флешка анализа Гальегас. На этой флешке находятся сведения о нелегальных экспериментах в лаборатории психотроника Талоса-1, в частности, следующие документы. Секретные служебные записки, основные данные об исследованиях за несколько десятилетий, имена и должности всех вовлеченных сотрудников, идентификационные номера добровольцев и их настоящие имена. Эти документы свидетельствуют о существовании внеземных форм жизни, так называемых тифонов, также о том, что нейромоды создаются ценой человеческих жизней. Я понимаю, что поверить в это сложно, но готова подтвердить данные сведения под присягой. Кого это вообще волнует? Правдолюб. Допустим. А что мне это дало? Просто... Блин, чувак, мне тебя жаль. Просто остался здесь, его никуда не выгрузили. Наверное, вовремя местная служба безопасности его вычислила и просто оставила в этом контейнере гнить. Херово быть тобой. Керго Бэйби. Но все, я так понимаю, двери закрыты. Алло. Привет. Да? Я что-то как-то в этом сильно сомневаюсь. Я не знаю, зачем я сюда приперся. И что ты сделаешь? Давай, покажи себя. Питер. Я хочу сходить сюда, может быть, тут где-то есть утилизатор. Точнее, мне не утилизатор, а мне нужен фабрикатор для патронов. Потому что мне нихера не осталось почти, только лазер, который скоро кончится, и гипсовая пушка, и скоро придется выбивать врагов гаечным ключом, потому что больше ничего не остается. Не гаечный, конечно, ключ, а газовый, но не важно. Опять злоебучий фантом этот. Электрифицированный. Ну, для этой штуки пока хотя бы у меня есть патроны. Или это фантом вроде как от нее неплохо огребает. Что там током херачит, ему пофигу, видимо, да? Похфигу. Карта. Ничего мне не говорит. Зачем я сюда пришел? Непонятно. Наверное, зря я так сильно отклонился от основного маршрута. Подожди, перезаряжаюсь. Тварь. Мне не нужен атмосферный контроль. Вроде бы тут нет тварей, которые отравляют воздух, как на Ишимуре, да? Можно во что-нибудь тут превратиться, а? Интересно, эта хрень пролезет туда? Ясно. Слишком большая. Нужно что-то поменьше найти. Бляха-муха. Почему их двое, я не понимаю? Какой из них настоящий? Вот этот, да? Потрясающе. Ладно, я понял. Короче, зря я сюда приперся. Врагов миллион, толку никакого. Все как обычно.
Ну, я пытался, короче, найти хотя бы... Куда идти? Ну, чтобы патронов надыбать немножечко себе. Ни хера здесь нет, ни хера. Беспонтовое место. Валим назад тогда. Что мне еще остается? В трубу эту вонючую. Где кишат тифоны. Ты не сможешь ломать меня, тварь. Так, а что? Я же включил все. Я все починил. Все хорошо будет. Такой замочек нарисован, да? А может это как раз таки код и был? 3-2-3-2. Не знаю, но кто бы на... смысл... Какой смысл запирать контейнер на код и писать его на стенке? Я что-то не догоняю. Ладно, мы зачем-то запустили сортировку грузов. Вообще не имею ни малейшего понятия нахрена. Но может быть нам от этого станет веселее жить. Жить станет проще, жить станет веселее. Или нет. Никто этого на самом деле не знает. Ага, гравитации нет. Гравитация кончилась. Открывай. И что, весь смысл, ё-моё, заключается только в том, что меня сейчас будут ебошить током. Потрясающе. Ну чё ты ебался, ну? Невероятно интересный геймплей, просто пиздец увлекательно. Что тут можно схавать? Называется, не приз куда тебе не просят, да? Меньше будет проблем в жизни. Я не могу ехать, меня, блин, тормозит все время какое-то дерьмо. Опять, блин, костюм поломали, суки тупые. Разгоняйся, быдло. Ой. Оказывается, здесь пройти нельзя. Вот беда. Так, тут радиация. Уи! Сразу половина счетчика набралась. Вот это нормально. Так. Где сраный дендрарий ваш? Короче, не буду больше никогда отклоняться от сюжета. Ну его в баню. Он тут того не стоит просто. Люлячик просто отхватываешь от всех подряд и толку никакого. Ёб твою мать. Рождение фантома я могу переделать. Потрясающе. А, но я здесь не пройду. Класс. Давай мы с тобой, короче, разменемся и все, и до свидания. Факов, твари. Не трогайте меня, я заразный.
It's about time, Sam. Chief, I'm not a comm tech. I'm doing the best I can. Micah, this is Security Chief Salazar. Can you hear me? Sarah? Yes. Saha? Been trying to patch into the PA. My team's in the cargo bay, and those things are in here too. They're crawling all over the station. Check everything around you. Hit it with a wrench. Check the wrench first. Sam? He's right. These things... Smash every freestanding thing and see if it comes back at you. Get to a secure area, and when you're safe, call me via transcribe. I'm sending you a secure contact, all right? Understood. I left my transcribe in the coolant monitoring station. Я видел где-то твои записи. I can lock myself in. Are you okay? I'm just catching my breath. Sarah, can you tell me what happened? My bad, get safe. Then call. Подобрали всяких по объявлению русских, французов. Ладно, топаем по сюжету. Не знаю, что там будет дальше. Патронов у меня нет, я бомж. Мне остался только разводной ключ. И все. И боль в моей душе. От пустоты, которую они оставили. Врагов очень много, а патронов тупо не хватает на такой сложности. Все постоянно делают какие-то неприятные штуки с тобой. Я бухой! Бухой русский на станции. А вот и фабрикатор. Наконец-то. Сука. Че ты несешь? Я вообще тебя не понимаю. Гребаный робот. Может, он робот-убийца, я его слушаю, понимаешь? Может, он хочет убить всех людей на станции просто потому, что... ненавидит всех человеков. Я вообще ничего не знаю об этом лоре. Я вообще даже не знаю, кто я такой на самом деле. Может, я проснулся, мне сказали, что я Морган Ю. Я на Земле, сейчас 2032 год. А потом выясняется, что я Морган Ю. И на самом деле, мы ставили испытания, мы на космической станции... где все очень плохо. Ой, нейромоды мы можем делать. Что-то как-то, прям скажем, верить происходящему хочется все меньше и меньше. Печально, что в английской версии вот эти вот туннели, по которым мы сейчас называли, на которым мы сейчас плавали, называются guts, то бишь кишки. А в русский перевели какую-то сагита, и вообще просто никаких эмоций не вызывает. Ну, то есть никакого смысла. Вся игра слов вообще напрочь потерялась от этого. Что там бухает? Так, патронов я немножко сделал. Давайте патрон на дробовик сделаем. А, где он там? Слишком много всего, мне нужен фильтр. А еще делается нейромод. Ого, офигеть. Надо сделать, наверное, парочку. Раз они нам... достаются фактически за материалы. Так, и что мне еще может пригодиться? Антирад. Я могу несколько сделать сразу. Очень жаль. А, в снаряжении у меня их 5, да? Тогда можно не делать. Зачем?
Окей. Патронов не сказать, чтобы много. Так, а что у нас здесь? Вроде хватает пока. Че еще? Тут тоже, в принципе, хватает патронов. И все, мы особо больше... Можем зато нейромодов понаделать. Давайте. В конце концов, нам надо качаться. Потому что без прокачки мы вообще никто здесь. Хотя вроде как в игре есть ачивка. Пройти ее без прокачки. Я хочу взламывать все. Так, ладно, по крайней мере мы добрались куда-то, где нас ждут, любят и вообще уважают. Поехали дальше. Че это было? Я даже не увидел, кто там был. Ну, я попытаюсь, конечно. Они, к счастью, не умеют ходить сквозь двери, что довольно странно, раз они там из всяких параллельных измерений приходят. Я могу взломать дверь, ничего себе, если я прокачаю синусами. Марк Селлерс. Обязательно. Так, а что у нас? А, я его так и не нашел, да? Открыть дверь грузового отсека. А, где? А, я его не открыл, да? Блин. Тупо. Слишком много задач. Я не успеваю со всем справляться. Теплица у них тут, да? Дендрарий. А это что такое? Распределитель удобрений. Удалось снизить время роста примерно до 10 минут на плод. Очень интересно наблюдать, как из ничего пробивается росток. Прямо на глазах растет и зреет плод. Доктор Келструп дал добро на расширение испытаний формулы роста. Осталось только изготовить вещество и добавить его в систему полива. Ясно. Это нам надо сделать? Или лучше не надо? Ну да, добавилось в качестве квеста. Арбориатум. Какие-то, короче, растения. Наверное, если я все это выращу, то у меня будет много всяких яблочек и тому подобного. Пипец, да тут целый лабиринт заросший. Сколько же здесь мимиков может быть? Миллиарды. Эдна Бертон. Ты какая-то странная. Почему ты так умерла? Почему твое тело так застыло? Это фантом. Это был сейчас фантом. Я так понимаю, по крайней мере. Солнце какое-то. Не желтое нифига. Мимиков вроде не обнаружено. Ща, подожди. Я попытаюсь. Ох ты, ё-моё, что это? По-моему, его в любом случае убило, да? Чувак, сори, но... Я пытался тебя спасти. Но ты же... А, ты под майн-контрол... Не понял.
Что меня убило? Я ничего не понял. А я не могу сквозь стекло сканировать, типа, да? А все, она его законтролила. Бесполезно. Что это такое? Телепат. Телепат считается одним из самых опасных видов тифона, поскольку он умеет контролировать сознание организма со слабой силой воли и даже людей. Его практически невозможно отловить для дальнейшего изучения. Обратите внимание, что после инцидента такого создания отлов телепатов запрещены. Сотрудникам, находящимся, уязвимость, взрыв, огонь, нуль волна. Да я вижу, что вы себя не контролируете. А что я могу сделать? Короче, хватит орать. Я пытаюсь придумать, что сделать, но не могу. Арре. Допустим, я взломал. Но я не уверен, что я хочу это делать. А что за система полива? Зачем я ее активирую? Что мне делать-то с ними? А где они все? Ну-ка, давайте откроем. Но они типа ваншотают. Ну ладно, ваншотуйте, так идите нахер тогда. Чё, я буду париться вообще? Я думал, сейчас оглушу их шокером. Угу. А ну хуяк тебе, ебошь ты все это умираешь. Она умерла, она его убила, что ли? Ой. Охереть, чем она хоть дамажит-то, я вообще не понимаю. Каким-то говном фиолетовым. Ну, короче, ребят, не спасти никак, да? Она все равно дамажит. Так, подожди, у меня же есть типа граната, которая деактивирует вот это вот все. Ага, и куда я ее должен кинуть, блин? Ну насрать. Съябывает, тварь. Почувствовала, что запахло жареным, и все. И срулила сразу же. Блин, патроны кончились. Как не вовремя-то они у меня всегда кончаются. Чё меня дэмэджит? Сюда подошел. Ушли панина. Если ты не врешь, конечно. Помидорок нажрусь. Я не знаю, нахера я эту тварь убил? Ну, ладно. Я пытался спасти людей, но... Фига, бананы можно залутать.
Это прикольно. Наемся бананов. Ну там базарит. Похоже, робот один. Записка. Мы заперли дверь в теплицу, но оно летает. Не знаю, как скоро оно догадается, что над нами нет крыши. 5 минут назад Эдна пыталась пройти теплицу, но она ее схватила. Она все еще кричит. Кричит, чтобы мы не выходили. Если мы убьем летающую тварь, которая ее инфицирует, то, может быть, спасем ее. Но я не успел, извините. Я старался. Это было практически невозможно. Ладно. Щиту поделить. Че ничего не работает у вас тут? Я далеко. А, взломчик работает. Запускай это дерьмо. Пока соберу тут какие-нибудь ништяки. Ла полетел, Хрень летающая. Так, что у нас там по чипам? Дальноскан. Потрясающе. Скоростное сканирование. Обнаружение мимиков версии 2. Наверное, имеет смысл, да? Спасибо, спасибо. Так, я хочу залезть наверх, чтобы залутать эту тварь. Раз я ее там убил, значит, нам надо посмотреть, что с нее выпало. Ок. Это тупо. Не люблю, когда игры нарушают свои собственные правила. Ну, типа, будем считать, что здесь, короче... Да! Какая-то поверхность, которая... А вот тут можно, да? Зачем было падать? А тут опять можно. Да что за бред-то, ну? Физика, конечно, в игре не очень себя проявляет местами. Так, я вышел. Где-то тут загнулась эта тварь. Я с нее не получил ничего. Сука. Нахера ты упал? Тяжко что-то идет. А у меня костюм поврежден почему-то. Так, или она загнулась не здесь? Вот здесь она где-то загнулась, но я... А, это с нее и упали эти кишки. Ладно, тогда я сюда зря шел. Окей, с теплицей я разобрался. Более или менее. Сложно сказать, что я разобрался, конечно. Мне пришлось всех убить. Точнее, они сами все выбрали, но... Можно сказать, я их не спас. Главный лифт. Хранилище данных. Там какое-то тело. Геннадий Миронов. Жаль, что не Милонов. Давайте починим, что ли. А взламывать ее зачем? Что это нам даст? Или, наверное, взламывать нужно только те турели, которые меня не любят, потому что у меня ткани тифонов. Другого я просто не вижу смысла. Еще мразь. Не, видимо, бессмысленно было, да? О, Рабадан. А, ланч, говорит, раздают. Нормально. Так, ну мы еще побродим тут, побродим в округе. Не знаю, что нам это даст, но...
пока не тороплюсь бежать вперед. Так, здесь мы вошли в теплицу. Там что-то топает. Чё там допает? Прекращай. Главный лифт. Несколько задач. Хранилище данных. Ничего, у них тут приятненько так. Так, фантомы какие-то. Ходят, бродят. Ну, согласно исследованиям, они говорят просто какие-то вещи, вообще не в тему. Просто повторяют то, что имитируют, короче, человеческую речь. Ну, ёбок. Еще один, что ли? А. Так, у меня где-то есть М-заряд. Но вы там заперты, я смотрю, да? Я не знаю, нахера я это сделал. Но они абсолютно живые. Им вообще просто было только что насрать на все эти электромагнитные гранаты. Они типа вырубаются. Но вообще электромагнитный импульс, он как бы тем отличается, что он не просто вырубает технику, он пережигает все микроскопические... Ну, делают всякие дорожки на материнских платах и так далее. Мелкие элементы, транзисторы... Конденсаторы взрывают, ну и так далее, короче. То есть все, что под воздействием высоких токов приходит в негодность, оно приходит в негодность. Пидор, блядь, ебаный. Свалил, смотри. Ты шо, мудак? Я тебя не отпускал. Козёл, блин, посмотри, какая мразь. Чё это? Нет пропуска. Пропуска нет. Суки. Вещи мне дайте. У меня хп не осталось. Только что заметил. Зато я нажрусь бананов. Как бешеный. Ой, что-то тут прям... Неприятно нас встречать, неприятно. Хотя где нас приятно? Здесь еще чистый Биошок 2, по-моему. Хотя нет, один. Помните, в первом Биошоке мы по садам каким-то шарились, где надо было замутить яд или что-то вот, типа такого, и запустить его в воздух. Что мне сами делать-то, роботы? А? Вы же мне житья не дадите, если я вас выпущу оттуда. Слушай. Получи, тварь. Сломался. Сюда выходи. Не выходит. Ладно. Кода у меня, наверное, нет. Давайте взломаем. А, он тут и не взломывает. Нет никакого кода. Прекрати, ну! Скакивай, скотина. Еле успел, вообще говоря. Сука! Да чего ж ты, гнида, мать твою, конченая. Взял мне, сломал костюм.
А, эти роботы! Надеюсь, там что-то стоило. Пшел отсюда, быдло. Функции. Загрузить карту сектора. Можно было, кстати, активировать здесь при помощи вот этой панели, при помощи арбалета. Возможностей там много в этой игре. Запад принял вызов. В 1964 году президент Кеннеди отказался от политики интервенционализма. Если бы Америка вступила за своих союзников в Вьетнаме, что было бы с коммунизмом на Востоке? Что случилось бы с железным занавесом? Известный политический обозреватель Лэнс Дженкинс рассказывает захватывающую историю о том, что произошло бы, вступи США в войну после инцидента в Танкинском заливе в 1964 году. Ну это типа наша реальная история. Так, а вот это вот все, то, что я подбираю, оно того стоило вообще, не? Овощ-микс. Потрясающе. Нерабодов ноль. Storage room. Нет пропуска и нужен... Обязательно пропуск, взломать не получится, да? И вниз я тоже не схожу. Там нет, некуда дальше идти. Что меня печалит, но делать-то нечего, большей частью. Ладно. По крайней мере, мы убили сегодня нового какого-то монстра. Монстра! Убили мы сегодня. Пушек ни одной не осталось, все повытащили. В попытках защититься от происходящего. Неужели я один единственный на этой станции способен реально дать отпор врагам? А вот и нейромод. Эрис Штайн. Так, пароль теплицы на... Ну, мне это уже не надо. В шахматишки играли здесь, да? Да игрались, блин. Подарил Уильям Ю 23 мая. Это наш предок, что ли? Какой-то. Дженни Кинг. Вероятно, с тебя началось здесь по большей части. Вот это вот все. А, их убили. Че я? Пытаюсь изучить. О, здравствуйте. Hello, are you here for an appointment? My mistake. О! Смотрите, опять не настоящие стены. Куда можно пройти, прикольно. Фига здесь закрыто. Ой. Вовремя перезаряжаюсь я, как обычно, да? На патроны-то кто смотреть будет? Петр Иванович? Но этот, блин, бесполезно дамажит, но при этом он, типа... Убери это говно, пожалуйста. Пиздец, он резкий, блин, как понос. Что я делаю? Идиот. Ладно, пойдем полечимся у этого парня, что ли. Блин, что-то какая-то жесть с этими эфирными фантомами. Но я их изучил, да. Так, а где я там лечился-то? Здесь... Куда ты улетел, блин? Э, Васян! Сука, тупорылые эти боты, блин. Hello, nice to see you. Diagnosing. Looks like you've had a rough day. Чини меня быстро, тварь. Так, у меня полный инвентарь всякого дерьба. Надо бы вернуться
и сделать себе в мастерской что-нибудь полезное. Да? Почему я турелями не пользуюсь? Не знаю. Сам не могу ответить на этот вопрос. Так, ну подожди. А, как я отсюда пришел? Очевидно, там, где написано несколько задач. Был вход. Ну, куда ты? А-а-а. Дерево отпусти. Пожалуйста. Бежим отсюда! Меня тут не любят. А, все. В смысле? Ну я же ее активировал. Что такое? Включить питание. А, все. Вот теперь работает. Вот теперь замечательно. Во! Мои прекрасные агрегаты. Как же я без вас-то? Что за звуки? Так, лишние пистолеты, дробовики, шокеры. Что это? Регулятор напора воды. Не знаю, зачем. Может быть, можно было залить всех там в этой теплице? Я не знаю, это ж так просто-то никогда и не разберешься с этим. Но, возможно, я мог спасти этих людей. Но игра мне ничего на эту тему не сказала. Сказала бы, спас бы. Возможно. По крайней мере, у меня был бы выбор. Так, что там у меня по патронам? Эти я не тратил, эти хватает вроде бы. А давайте нейромодов сделаем. Так, прокачечку. Прокачечку. Терапевт. Псионный навык. А что я хотел качать? Вот вопрос на засыпку-то. Можно, конечно, вкачаться все вот это счастье, но надо ли мне оно? Фантомный сдвиг. Да блинк, типа. Прикольно, кстати говоря. Но не знаю. Хочется все-таки больше, наверное, в человеческую щитки качаться, а не в инопланетянские. А, оружейник я хотел на самом деле прокачать, вот я вспомнил. Чтобы апгрейдить оружие побольше, чем на пару единиц. Кстати, а что мы можем сделать в плане апгрейдов с нашим вот этим агрегатором? Довольно полезная штука. Мощность. Давайте мощность повышим. Время стрельбы это что? Дольше стрелять без перезарядки. Скорость перезарядки. А это что? Скорость передвижения, время стрельбы. Но все равно меня не спасет. Скорее всего. Что тут у нас? Эффективность. А, я ее прокачал, да? Yes. Ну тогда, в принципе, дальше уже ничего особо качать. Окей. Окей. Нам в это здание большое, да? Давайте еще посмотрим, что в округе находится. И уже потом в следующей серии пойдем в это здание. Или нам не в это здание, а вокруг него. Нет, вокруг, да? Вообще дальше куда-то. Мостик. Какой мостик? Мостик корабля или мост просто какой-то реально? А, ну это в другую локацию вообще.
действительно на мостик корабля, видимо. Странные лифты, где тебя разворачивают насильно. Не очень приятно, по-моему. Запердели, запердели, блин, твари. Как обычно, рядом турелек нету, да? Ой, какое-то поглощение эфира. Что бы с тобой здесь делать-то, тварь? Подожди, патроны. Опять сбежал. Трусливая м... Господи. Что они такие дерганые? Я херею вообще. Да чего неприятные, ребята. Еще одно такое ходит. Создание жопошное. А он сзади меня вообще нарисовался. Это что такое, я не понял? Термофантом. Ясно. Ублюдок. А ему плевать, что ли, на гель этот? А ну подожди. Где эта тварь? Исследование. Так. Эфирный фантом. До сих пор не ясно, что заставляет ткача тратить дополнительные ресурсы на создание этих более мощных фантомов. Испытания показали, что они значительно прочнее и гораздо опаснее, чем их более слабые собратья. Особо следует выделить эфирный фантом, который выпускает облако высокотоксичных частиц, разрушающее обычную материю. Фантом способен манипулировать этим облаком, чтобы ненадолго создать свой копию, как отмечено в дневнике испытаний. Обратите внимание, что дополнение к стандартной процедуре очистки необходимо для изучения фантома. Следует полностью заменить атмосферу замка на пространстве, где находится эфирный фантом. Уязвимость калчемет. Вообще непонятны какие-то ребята. А где термофантом? Или он типа не считается? А, вот термофантом. До сих пор не я... А, ну это то же самое описание. Как ясно из названия, этот фантом способен манипулировать тепловой энергией. Инфракрасный анализ выявил, что почувствовав опасность, он выделяет смертельные дозы инфракрасного излучения для защиты. Но гораздо опаснее его способность спонтанно выбрасывать сгустки перегретой плазмы на расстоянии. Дальность их полета не выявлена, поскольку испытания проходили в небольшом помещении. Уязвимость пси атака, иммунитет огонь. Нет, он должен замораживаться. Не, он... У него этот стан ненадолго действует. Да иди нахер, блин, с говном. Каждые 5 секунд его кастует. Хоть бы кулдаун какой-нибудь был. Сбежал, падла. Далеко собрался-то, а? Спрятался, смотри, сидит, блин, тут. Че, надрачиваешь сидишь? Ублюдок. Я тебя поймаю. Я тебя изнасилую. Ок. А это куда ведет? 4 уровня взлом нужен. Yes. А что мне мешает туда залезть при помощи этой херни? Мешает физика игры, блин. Я залезу все равно. Или нет?
Почему он не хочет на них залазить? В чем отличие их от других таких же херовинок, куда ты яростно залазил так, а сейчас что-то не хочешь вообще. Типа специально, чтобы никто не лез туда? Ох, ну это тупо. Что я сделал? Я скольжу тут. Вот в чем проблема. Он соскальзывает, типа, со всех сторон. Ладно. Не хочет работать, но не хочет. Хер с ним. Что я поделаю? Не работает. Не работает. Шлем оно. А еще мне казалось, что вот это вот... не настоящая хрень. Там какая-то из воды, что ли, хрень вылезла? Подожди, а что? Я мог нажимать левую кнопку. Да что вообще происходит? Я умер. Короче, отстаньте от меня. Ладно, на сегодня хватит. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.